Спасибо, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте представить вам доклад, в котором я освещаю вопросы участия именно эндокринолога в процессе ведения пациента с медулярным раком щитовидной железы. Как уже неоднократно здесь отмечалось, медулярный рак щитовидной железы достаточно редкое заболевание и составляет около 4-6% среди всех случаев рака щитовидной железы. А по некоторым данным, в некоторых странах отмечается относительное уменьшение относительной доли медулярного рака щитовидной железы в структуре всех злокачественных опухолей щитовидной железы. И именно за счет высокой диагностической активности и большой выявляемости других разновидностей рака щитовидной железы. Но, несмотря на все достигнутые к настоящему времени успехи и достижения в диагностике, в лечении медулярного рака щитовидной железы, по-прежнему до 50% случаев медулярного рака щитовидной железы диагностируется достаточно поздно, на 3-4 стадиях заболевания, что заставляет продолжить изучать методы диагностики и оптимизировать их. Чаще всего первичный диагноз медулярного рака щитовидной железы все-таки ставит под подозрение или диагностирует это врач-эндокринолог, то есть является первичным звеном, который впервые сталкивается с данным заболеванием. И как раз роль эндокринолога на разных этапах ведения больных с данным диагнозом, а также со сложностями, с сложными непонятными моментами я хотела бы и рассказать в данном докладе. Итак, впервые на амбулаторном этапе доктор-эндокринолог назначает активный скрининг, а именно базальный уровень кальцитонина при наличии всех узлых образований в щитовидной железе. В дальнейшем решается вопрос о назначении, проведении или не проведении пробы с кальцием-глюконатом, так называемый кальцитонин-стимулирующий тест или по-другому провокационная проба, о чем очень подробно я буду дальше освещать в своем докладе. Также очень важный вопрос предоперационной диагностики и выявления генетического синдрома и при выявлении различных компонентов синдрома, оптимальной подготовки больного к хирургическому лечению. На этапе стационарного лечения пациент также нуждается в консультации эндокринолога как для своевременной диагностики послеоперационного гипопаратиреоза, который нередко встречается после хирургического лечения больных с данной патологией, а также подбор дозы и в дальнейшем уже на амбулаторном наблюдении подбор заместительной гормонотерапии, контроль уровня кальцитонина, ракового эмбрионального антигена и своевременная диагностика рецидива и своевременная рекомендация пациента к повторному хирургическому лечению. Итак, золотым стандартом и одним из главных методов диагностики медулярного рака щитовидной железы является оценка уровня базального кальцитонина. При этом оценивать нужно с учетом гендерных различий референсных значений. Если у женщин в среднем это норма до 5 нанограмм на миллилитр, то у мужчин до 12 нанограмм на миллилитр. По современным клиническим рекомендациям, как российским, так и зарубежным, уровень базального кальцитонина значит превосходит по чувствительности и по специфичности такие методы исследования, как методы диагностики, как УЗИ щитовидной железы и тонкоигольно-аспирационная биопсия. По клиническим рекомендациям Российской Федерации 2020 года тонкоигольно-аспирационная биопсия обладает неудовлетворительной информативностью. А уровень базального кальцитонина больше 100 нанограмм на миллилитр вообще может не требовать цитологического подтверждения диагноза. Этого уже считается, что достаточно для постановки диагноза медулярного рака и направления пациента на хирургическое лечение. Однако же врачи очень часто встречаются в своей практике в такой ситуации, когда уровень базального кальцитонина незначительно, несколько повышен, но не достигает высоких значений, например, в 2-2,5 раза. И это требует дифференциального подхода, дифференциальной диагностики, так как повышение кальцитонина незначительно может наблюдаться и при других состояниях, например, у больных курящих, также с С-клеточной гиперплазией, особенно если
у пациента наблюдается и высокодифференцированный рак щитовидной железы. Циклетичная гиперплазия в перифокальной зоне также может приводить к избыточному синтезу кальцитонина. Также кальцитонин незначительно может повыситься на фоне аутоиммунных заболеваний, аутоиммунного тиреоидита, гиперкальцемии, гиперпаратиреоза, остеопороза. В связи с этим, в тех ситуациях, когда кальцитонин выше нормы, но не достигает высоких значений, таких как 100 нанограмм на миллилитр, рекомендуется выполнять определение кальцитонина в смыве с пункционной иглы. Также большое значение имеет и оценка ракового эмбрионального антигена, о чем уже также говорилось. Хотелось бы подчеркнуть, что таких пациентов, у которых уровень базального кальцитонина находится в серой зоне, немало, и это всегда возникает, в этой ситуации возникает много вопросов. В современных российских клинических рекомендациях, а также в зарубежных и вот в NCCN стимуляционный тест не прописан как рутинная проба. Однако же мы нередко к данному тесту прибегаем, как раз-таки для больных, у которых кальцитонин находится в серой зоне, эта методика является высокоэффективной и диагностически значимой и позволяет нам принять правильное решение в отношении такой категории пациентов. На чем я хотела бы подробно остановиться. Готовясь к данной презентации, я сделала обзор литературы, что же вообще какие имеются данные современные в мировой литературе по отношению к данному стимуляционному тесту. Как правило, это проба все-таки с глюконатом кальция, с раствором глюконата кальция 10%. Пентагастрин применяется достаточно редко, потому что все-таки больше побочных эффектов, и глюконат кальция более распространенный. Хотела бы представить вашему вниманию достаточно, на мой взгляд, интересную и очень важную статью, исследование, где австрийские исследователи изучали уровень базального кальцитонина, уровень кальцитонина стимулированного через 2 минуты и соотносили, есть ли корреляция или нет, с гистологическим заключением. Был достаточно большой объем материала, это объем пациентов, 63 пациента, у которых уровень базального кальцитонина находился как раз-таки в серой зоне. И вот они выявили такую корреляцию, что у пациентов с уровнем кальцитонина у женщин 23 пикограмм на миллилитр, а у мужчин 43 пикограмм на миллилитр, такие пациенты выдавали на пробе со стимуляцией достаточно высокие уровни повышения стимулированного кальцитонина, и в дальнейшем по результатам гистологического исследования подтверждался диагноз медулярного рака щитовидной железы. Они пришли к выводу, что тест можно широко применять, он предоставляет дополнительную клиническую информацию для отдельных пациентов с умеренно повышенным базальным кальцитонином. Еще одно достаточно важное, на мой взгляд, исследование 2012 года проведено итальянскими исследователями. Они делали примерно по дизайну исследования, примерно похожие исследования, однако еще исследовали и стимуляцию пентагастрином, проводили корреляцию между стимуляцией пентагастрином и раствором кальция-глюконата, выявили корреляцию, оба метода были эффективны, но просто тест с глюконатом кальцием показался и финансово более доступным, выгодным, да, и меньше побочных эффектов, поэтому они сделали вывод, что тест с высокими дозами кальция, глюконата – это эффективная и хорошо переносимая процедура, которую можно применять во всем мире. И еще одно исследование уже выполнено нашими турецкими коллегами в 2017 году. Это было даже не исследование, а дизайн кейс-репорт. Они сообщили о двух интересных клинических случаев, где у пациента с подозрением на медулярный рак щитовидной железы с высоким уровнем кальцитонина, как базального, так и стимулированного глюконатом кальция, по данным окончательного гистологического исследования выявился не медулярный рак, а папиллярная карцинома щитовидной железы. Они пришли к выводу, что у пациентов с папиллярным раком щитовидной железы также может наблюдаться значительное повышение кальцитонина на стимуляционный тест. Механизм
не совсем ясен, но высказали предположение, что как раз-таки это может быть связано с циклеточной гиперплазией в перифокальной области папиллярного рака щитовидной железы. Хотелось бы отметить еще, что проба с глюконатом кальция – это достаточно информативная методика и достаточно распространенная, но есть и свои побочные эффекты. Иногда плохо переносится пациентами. Ну, например, могут возникнуть такие субъективные ощущения, как ощущение жара во время введения, потливости, может сопровождаться снижением давления, и были клинические случаи, даже в моей практике, потери сознания на этапе введения этого препарата, что может незначительно все-таки ограничивать использование данной методики. И клинический случай как раз-таки из моей практики. Пациент 29 лет из медицинской семьи, ежегодно проходил клиническое обследование, и на одном из плановом УЗИ щитовидной железы был выявлен узел 1,5 см на 1,2 см, которого не было выявлено на предыдущем исследовании, и незначительное повышение кальцитонина до 19 пикограмм на миллилитр. При норме у мужчин, как мы помним, до 12, а по данным нашей лаборатории до 6. То как раз-таки пациент находился в той самой серой зоне, о которой мы уже говорили. Было проведено дообследование. По данным УЗИ щитовидной железы категория ТИРАЦ 2, по данным МРТ мягких тканей шеи были подтверждены узлы обеих долей щитовидной железы и глыбчатый кальцинат в структуре левой доли. По данным биопсии узла левой доли щитовидной железы была выявлена цитологическая картина коллоидного зоба Бетезда 2. Однако же в динамике уровень кальцитонина оставался незначительно повышенным. Рекомендовали провести пробу с глюконатом кальция, и на этапе начала введения пациент потерял сознание, в связи с чем проба не состоялась. Учитывая онкологическую настороженность и эмоциональную лабильность пациента, была выполнена ПЭТ-КТ с галлией Дотатейт, при котором злокачественная природа узла в левой доле щитовидной железы была маловероятна, то есть не подтвердилась. В настоящее время пациент находится под активным динамическим наблюдением, в динамике кальцитонин не растет и даже отмечается некоторое снижение до 13 пикограмм на миллилитр, раковый эмбриональный антиген находится в пределах нормы, соответственно, в данной ситуации мы не можем рекомендовать пациенту хирургического лечения, а тактика только активного наблюдения. Также один из очень важных моментов, который тоже должен рекомендовать доктор-эндокринолог уже на этапе, вернее, еще на этапе амбулаторного обследования, это определение мутации гена RET и выявление или исключение генетического синдрома. Об этом уже также было много сказано, не буду повторять. Единственное, что о чем хочу сказать, что это рекомендовано всем пациентам с медуллярным раком щитовидной железы. Выявление мутации в гене RET также повлияет на наши дальнейшие тактики. С одной стороны, мы будем давать рекомендации к активному поиску других компонентов синдрома, и если ни феохромоцитома, ни остальные компоненты синдрома не будут выявлены, то пациенты будут находиться на активном наблюдении, и для того, чтобы вовремя, еще на доклиническом этапе, выявить другие компоненты синдрома и вовремя назначить соответствующее лечение. Также это очень важное определение мутации гена RET с целью дать правильные рекомендации кровным родственникам этих пациентов. Соответственно, обязательное предоперационное обследование пациента для обнаружения или исключения феохромоцитомы, что также обязано сделать доктор еще на амбулаторном предоперационном этапе обследования. Исключить феохромоцитому можно с помощью нескольких методов. Ну, во-первых, при отсутствии мутации в гене RET феохромоцитома исключается. Во-вторых, с помощью определения уровня свободных метанефринов в плазме крови или метанефринов в суточной моче. Или отсутствие патологических изменений надпочечника по данным КТ или МРТ с контрастированием. Также таким пациентам мы будем рекомендовать определение уровня ионизированного кальция и паратиреоидного гормона.
Предоперационное инструментальное обследование, особенно пациентам, у кого отмечается высокий уровень базального кальцитонина больше 400 нанограмм на миллилитр, мы будем также рекомендовать КТ или МРТ с контрастированием грудной клетки и мягких тканей шеи, КТ живота. Что касается позитронно-эмиссионной компьютерной томография с контрастами. Это или галлий дотатейт, или фтордезоксиглюкозы. Но хочу отметить, что это не является рутинным методом, первоначальным рутинным методом диагностики степени распространения основного заболевания, так как это исследование очень дорогостоящие и выполнять только в единичных стационарах, и достаточно будет выполнить основные стандартные исследования КТ или МРТ с контрастированием. После хирургического лечения в послеоперационном периоде в стационаре пациент также нуждается в наблюдении и активном контроле эндокринолога, хотя бы потому, что для того, чтобы подтвердить или вовремя диагностировать послеоперационный гипопаратиреоз, который нередко развивается у пациентов после экстирпации щитовидной железы и лимфодиссекции. Это может быть или временный приходящий послеоперационный гипопаратиреоз вследствие отека мягких тканей, или постоянный и потребовать лечения активными метаболитами витамина D3 и препаратами кальция. В дальнейшем пациенту назначается заместительная гормонотерапия. Хотелось бы подчеркнуть, не супрессивная терапия левотироксином натрия, потому что редко, но до сих пор к нам приходят пациенты на прием, которые получают в больших дозах препарат тироксина натрия с очень подавленным уровнем ТТГ. Целевой уровень ТТГ должен быть от 0,5 до 2,5 международных единиц на литр. Это вот по клиническим рекомендациям как нашим, так и зарубежным. В дальнейшем на амбулаторном этапе послеоперационное наблюдение включает в себя динамику кальцитонина и раковоэмбрионального антигена. Впервые контроль этих двух онкомаркеров рекомендуется делать через 2-3 месяца после операции, не чаще, не раньше, иначе мы можем получить ложноположительные результаты. И вот здесь дальнейший план наблюдения и ведения таких больных, и эндокринологам в том числе, зависит от динамики кальцитонина. Биохимической ремиссией считается уровень кальцитонина меньше 10 пикограмм на миллилитр. Тогда в данной ситуации мы рекомендуем пациенту наблюдение кальцитонина, определение кальцитонина один раз в год. При уровне кальцитонина от 10 до 150 пикограмм на миллилитр должны исключить местно распространенный процесс и активную уже диагностику УЗИ мягких тканей шеи, желательно с эластографией по возможности. А высокий уровень кальцитонина больше 100 пикограмм на миллилитр уже мы должны исключать биохимический рецидив и активно выявлять отдаленные метастазы. И вот уже в этой ситуации использование ПЭТ-КТ с галлий-дотатейт или 18-фтор-глюкозой является очень информативным и чувствительным методом для диагностики отдаленных метастазов. Также можно использовать УЗИ мягких тканей шеи, КТ груди и живота и МРТ печени с контрастированием. О чем уже говорили коллеги, системная терапия распространенных форм медулярного рака щитовидной железы. Препаратом выбора является вандетанип, но опять-таки при доказанном прогрессировании по системе рецист-1-1. Это или отдаленные метастазы, неоперабельный медулярный рак щитовидной железы, также развитие паранеопластических эндокринных синдромов, наличие повышенного уровня кальцитонина и раковоэмбрионального антигена без документированных доказанных, обнаруженных метастазов не является показанием для системной терапии. Ну а также при обнаружении костных метастазов, это, конечно же, рекомендации со стороны эндокринолога, остеомодифицирующие агенты терапии бисфосфонатами обязательно. Таким образом, резюмируя все вышесказанное, хотелось бы подчеркнуть, что медулярный рак щитовидной железы достаточно редко заболевания, но требующие особенного подхода и этим самым отличающиеся от других высокодифференцированных видов рака щитовидной железы. При этом кальцитонин
является как гормоном, так и онкомаркером, который требует объективную оценку и дифференциальную диагностику с другими состояниями или заболеваниями, которые приводят к незначительному повышению кальцитонина. И в определенных случаях, уже как было показано и нами, и зарубежными коллегами, пробы с кальцитонином, со стимулирующим тестом, может быть высокоинформативным, и поэтому важен совместный коллегиальный подход онкологов и эндокринологов на всех этапах ведения больных с подозрением или уже с выявленным диагнозом рака, медулярного рака щитовидной железы. Благодарю за внимание.